Приветствую всех. Собрал еще один пресет по просьбам на песню «Последний герой». Давайте послушаем, что получилось. Как ни крути, как ни верти, я все равно прихожу к одним и тем же приборам. Тот же Fender, тот же Boss. Давайте рассмотрим, что здесь, какие эти. Вот наша привычная примочка Boss, на ней Distortion полностью. Здесь 2 и 3 левел и тон по умолчанию. Примочка лежит в папке Amplitude, Distortion, Distortion. Дальше идет Amp, 57 Custom Pro Amp. Здесь эти две ручки наверх, эти посерединочки, здесь шестерка, здесь 2,9. Вот эти очень важно подзвукачи подогнать, чтобы не хрипело подзвукосниматели. Чуть туда-сюда попробовать, чтобы наилучший звук получился. Амп лежит в папке Fender 2, 57 Custom Pro Amp. Дальше идет эквалайзер. Эквалайзер лежит в папке EQ Dynamic, график эквалайзер. Здесь я убрал вот эти 8 ручек, низкий отрезал, лишний. Здесь, на этой ручке, параметр 3,15 Гц я убрал на минус 3,75. Параметр 4 на 4,5 дБ. Этот по умолчанию. Параметр 6,3 поднял на 5,25. Здесь по умолчанию и три ручки убрал крайние, чтобы лишних высоких не было. Дальше идет кабинет. Я убрал соединение. И вот здесь 2,12, 57 Custom Twin Amp. Вот этот кабинет. На нем реверберацию я поменял, комнату вот на эту. И в микшере эту ручку поставил на 10 дБ. Поднял ее. На реверберации поменял микрофон. Был вот этот по умолчанию, я поставил вот этот крайний. Конденсатор 170. Дальше идет в нижнем реке цифровой хорус. Хорус находится в папке модуляция. Вот этот цифровой хорус. Digital Chorus. Параметр первый. Здесь 0,915 Гц. Эта кнопка отключена. Здесь глубина 14, стерео. Микс добавлен на 100%. Дальше идет Delay. Тоже Digital Delay. Из папки Delay Reverb. Вот этот. Здесь вот этот параметр выбрал я. Идет Time 1,8. Это включено. Фидбэк 9%, фильтр 1830 и микс 7%. Вот такой вот пресет. Пользуйтесь на здоровье. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Продвигайте это видео, чтобы еще другие могли гитаристы увидеть, какую-то пользу извлечь. Всем пока, до новых видео.